Последняя серия по ДТИ раскладывается неудачно, и пора что-то менять. Не забудьте про лайк, а также про подписку на канал. Я желаю вам приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Итак, друзья, продолжаем играть модификацию ДТР. В общем-то, чем мы сегодня займемся? А займемся мы как раз-таки убийством зомбу. Так, исследование аномалии, должите пополнение и пойти убить зомбированных. По времени все хорошо, 10-16, да, погодка должна быть тоже прекрасной, так считаю. А вот крыски решили меня, видимо, сейчас понервировать, да, мы нервишки. Ну, да, родные, ну, не хотите? Ну вот и не приходи сюда больше никогда. Чё ты делаешь? Зачем? Объясни мне. Так, ладно, все. Идем сейчас до лучёных, а после чего отправимся на зерховохов. Здорово, Гал. Так, я вот тебе тут принес всякие копания копыта. 5000. Слушай, вот это вот херня? 2200 стоит, да, казалось бы? Коготь стоит неплохо. Так, кошачий хвост стоит неплохо. Ну, тушка крысы Пента дешево стоит. Ну, 5 косарей просто... Ну, неплохо. Могли и лучше, на самом деле. Так, погоди-ка, я же задание выполнил. Задание выполнил. 2000, отлично. Ну, сканеры... Битум аномалия. Я не знаю, сканеры, конечно, расставлять, честно признаться, такое себе занятие. Что-то там мужик тупит опять. Аномалия битум. Подожди, сначала нужно получить, видимо, у нас сканер. Он по-прежнему стоит 2 кило, да, с чем-то. Ну да, 2.14. Я надеюсь, что все-таки рано или поздно это хорошо оценится. Ну, в смысле, что дадут нормальную награду. Так, погоди-ка, тут у меня беды с чем? Не, бед особых нет у меня. Я сейчас что-то подумал, то, что есть хочу. Так и есть на самом деле. Но покушать у нас особо нечего на самом-то деле, вот по факту, да? А типа, что тут поешь? МПшку чинить не обязательно. Ножик подточить надо бы на попозже. Барвинок давайте-ка съедим, чтобы у нас здоровечко потихонечку пополнялось само собой. А кушать нечего. Да, да, кушать нечего. Блин, мне это не нравится. Хотя, конечно, есть тут чуть-чуть такое. Подожди, у нас жареный тушкан. Да ну его нахер. Так, ты где там, дядька? Идешь? Идешь, молодец. Вроде как все команды я тебе дал, которые должен соблюдать, и благодаря которым мы сможем успешно данное задание выполнить. Но все равно ты можешь делать чего-то свое. Так, мужик, он там как бы зомбу стоит. И надо по-хорошему его завалить, нормально. С двух пуль, правда, но, как говорится, не судят победители, хотя я еще ничего не выиграл, ну ладно. У него был РПД, какой-то ствол вот такой, в принципе, не знаю, хороший, нехороший, но не знаю, ладно. Я заберу патроны и все. А ты что стоишь? Здесь пошли уже, господи. Нужно что сделать? Отстрел зомби. О, там не зомби, мужик, там говнари бегают, которых зовут тушканы. В принципе, я думаю, то, что с ними справиться, проблем не составит. Ну и да, родной. Чего ты не стреляешь-то? Вот, наконец-таки пошел процесс у мужика. Так, только ты, дядька, особо тут этот ствол не размахивай, ладно? А то всякое может произойти в жизни. Помогай, дебил. Он не помогает, забей, он просто стреляет опять. Просто по кому? Зачем? А, он по зомби, которого оружия даже нет. Мужик, ты серьезно, а? Давай, до свидания. Дебил картонный, куда ты стреляешь? Зачем стреляешь, главное? Так, в зомбу что-то... Ой, точнее, в тушканах ничего, как обычно, не происходит, не бывает. Надо, значит, брать навык на то, чтобы это... На мутантов охотник хороший. А то как-то без него сложновато живется. Ну, айда, мужик, айда, айда, хороший мой родной, иди сюда. Чего у тебя? О, мясо. Ну, давай заберем хотя бы что-то, не знаю, сувенир. Либо можно закушать. А закушать-то можно, но проблема такая есть, что закушать весь радиацию особо нечем. Так что, не знаю, идея, наверное, не самая хорошая. Ну ладно, там мужик, в принципе, кого-то убивает. Задачу минимум он выполняет. Не стоит АФК, не тупит, не убегает куда-то, знаешь, как трус какой-то последний. Что-то делает и уже хорошо на самом деле. Так, а где что-то еще-то, челики? Я не знаю, что с тебя может дропнуться, кстати. Точнее, что ты мне дашь в награду. 3 патрона, 4 патрона, 5. Дядька, ты что-то какой-то тупой, я не знаю. Либо я какой-то кривой, непонятный. Надо просто с пестика один гол дать тебе, и все. Че я тут патроны трачу свои драгоценнейшие? Так, у тебя калашников был, да всплыл. Разряжаем. 6 пуль у тебя было нормально. Ну ладно, хотя бы так. На самом деле, мне кажется, что это как раз таки есть то оружие, которое нужно для этих мутантов. Тайник нашли, хорошо. Тайник это даже здорово. Повесим, пожалуй, вот эти вот штуки. Ну, по всему моменту гашение удара, в принципе, пригодится, это возможно. А челик стоит. Да хер с ним, пусть стоит, в принципе. Мне, честно, на него как-то пофиг. Главное не мутантов убить. А у меня пистолет, да, у меня есть пистолетные патроны. А че тогда? Что-то выпендриваю, стреляю с дробовика, что-то патроны трачу свои драгоценные, поле драгоценные, точнее. И здесь, кстати, все открыто, на удивление. А чё это так, игра? Решила надо мной смилиться. И где все зомби еще оставшиеся? Неужто они где-то там в подземелье тусуются, а? Нехорошо это, если подземелье, это правильно я говорю? Да, походу в подземелье, потому что здесь-то я никого уже не вижу. Или чё, подожди, отстрел зомбированных, ну-ка. Зачистить местность от зомбированных сталкеров. Так я же это сделал. Теперь я чего-то не понимаю на самом деле. Вроде сделал все как надо, а игра не дает. Ну, значит, опа, пошел процесс у кого-то. Да, он там зомби убивает, если убьешь, будет здорово на самом деле. Я лично против не стану. Вот там узрел-то, дядька, подожди. Бедный зомб, он уже...
кровоточит. Так, мужик, ну вот так делаешь и все. Вот и все, вот тебе, пожалуйста, и плюс квестик. Так, ну что, задание выполнено. Патрон нам дает 20 штук. Я не знаю, может, конечно, перезагрузиться сейчас. Попытаться выбить с него что-то другое, подожди, либо сохранился. 20 штук, это пулеметная лента, что ли? Хотя вот я тоже, может, попендриваюсь, может, пулеметная лента стоит вообще огромных денег, и я такой, типа, да ну что, пулеметная лента, что это такое? Так, скорее всего, есть, кстати, думаю, то, что Петренко даст за нее там 1015. Мне 15 тысяч погоды не сделать. Ну что это как инво... А здесь бюрер есть, интересно мне знать? Есть. Понял. Понял, принял, обнимаю, целую. Так, подожди, мужик, я ж тебе гранату принес, вот такую хорошую, хочешь? А бери, а чё нет? А у меня еще есть? А у меня еще есть. Только, походу, это дымовая граната. Ну, чё, подмил тебе там. Так, мужик, взорвись, пожалуйста. На нафиг. Я не знаю, убил, не убил, но... Надо проверить пойти. Вот и все. Вот и нет больше вашего бюрера. Ну слушай, не зря переиграл, да? То есть уже не зря. Вон бюрера нашел. А у него что-нибудь было? Иди в очко, бюрер, ты чё? Издеваешься надо мной? Какие бум... Нет, я буду переигрывать, потому что это вообще нечестно. Значит, на каких... Какой лист? Ты пьяный? Нет, скажи мне. Ну что с наградами-то, я не понимаю. Что с наградами? Что у мутантов за части такие? Я что-то не пойти могу. Что-то ТР такой сложный-то резко стал. Я-то не пойму нихера, а? Вот с чего это спрашивается? Ну вот с чего это? Здорово, ты придумал, мужик, очень классно, мне нравится. И вот убил его с первого раза, да. Сейчас игра просто будет троллить меня, не давать мне убить его. Давай отдохни там, проляк. Ну-ка, сейчас тебе в голову хоть и дал, но дай мне, пожалуйста, что-то путное. Говна кусок. Не, забей, это локация невезучая. Я не верю в то, что, типа, ну что это такое вообще? Типа, что? Че рофлишь? Какие бумаги? Какие записи? Дядька, ты бюрер. Один из самых свирепых мутантов вообще в истории зоны. Какой-то бред дропает самый настоящий. Какие-то бумаги с записями. Че, ты там пьяный, что ли? Ты попьялся чего-то? Говна нажрался? И что? Что с тобой, дядька? Что с тобой случилось? Скажи мне. Нет, ну все, забей. Я сейчас, короче, пойду туда на Затон. Там аномалий побольше, наверное, будет. И поинтереснее, надеюсь, будет. И там меня полюбят, наконец-таки. А здесь как-то я вообще не ценюсь. Слушай, вообще не ценюсь. Я прошел зарабатывать деньги, в итоге только трачу их и... Ладно бы трачу, так еще же... Ничего нормального не происходит в моей жизни сейчас. С первой хотя бы убил, точнее, но хоть последнего убил. Дядька Яр. Но здесь, походу, тайники, они такие, знаешь, типа, если вот они есть, да, типа, это не отобрать, они будут до конца здесь до Талва. Так, а где же ты последнего зомби-то отрыл в тот раз? Я что-то не понимаю пока что. Он нам нужен. Но где вот он? Вопрос интересный. Здесь его нету. Ну, начинается. Ложись давай, мужик, не выпендривайся. Так, плюс квестик, хорошо. Дядька Яр, рада ко мне. Сейчас я также перезаряжу свой ствол. Нужно вообще тыкаться по-хорошему на радар уже с этой... Как его, с этим дробовиком. Но я хочу, понимаешь, я хочу себе заработать на нормальное человеческое снаряжение, наконец-таки. Хотя бы, чтобы у меня какой-то артефакт был, не знаю, хотя бы что-то у меня было. А то я как этот, как оборванец какой-то бегаю и все. На... Блин, просто 5 минут жизни в никуда. Ладно, херста. Сейчас продадим патроны, которые нашли. 4000, ты что, издеваешься? Ну, это не смешно, но это уже просто не смешно на самом деле. Я не знаю, что это как-то. С везением мне что-то вообще не везет, короче. Я уверен, что после плохой стороны черной должно начаться хорошее. Белое, серое, красное. В общем, какая-то более лучшая. Я не знаю, я в это очень искренне верю, если честно. Так, и теперь давайте-ка мы продадим. Ну, чем это эти патроны? Типа, ну 3000. Ну, давай, иду, тут пулеметная лента такая, дерьмище какое-то, которая по факту не нужна никак. А еще жрать хочу очень сильно, между прочим, что тоже меня тревожит сейчас. Вот та самая аномалия, которая нужна мне. Вон тут говнюк на меня летит, и не один. Ну куда же вы на меня летите-то все прям, а? Вот никого либо нету, либо все разом летят, представляешь? Пожалуйста. Перезаряжаем давай-ка все это дело. Вот реально, то ли никого нету, то какие-то говнари просто прям вылетают на меня. Кого-то ждут, ей-богу, а. Так, чего у вас тут? Старый мой, какой хороший хабар, а. Господи, даже ногу не дал. Нога стоит хотя бы там двоечку, может, стоит, но... Хер мне в одном месте, как говорится. У меня в дроби много? А, дроби еще мало. Забей, нужно валить отсюда с этой локации. Она типа, я не удивляю просто. Нет, это какая-то невезучая локация, я не знаю просто. Реально не везет, а ну окей, а ну-ка, типа, ну... Максимальное невезение чистой воды. Так, куда мне идти-то сюда, чтобы... Слушай... Так, сканер. Все, хватит? Нет, нормально. Нормально. Сейчас еще костюм похерю свой, конечно же, да? 10% как не бывало, на самом деле. Хоть они не очень-то и чувствуются, но они... Все же факт остается фактом, что то их нету теперь у меня. Мясо. Да иди нафиг своим мясом. Так, здание выполнено 2000. Нет, за 2000, мужик, я ничего-то как-то мне надоело тебе такую работу выполнять. За два косаря. Не, потому что это вообще не надо, типа, 2000. Уж мне кажется, мог повысить меня. Вот, 28 рублей. Вкусно-то как, а? Вкусно, господи. Ладно, куплю у тебя рыбный... А, ну хоть у тебя, кстати,
кстати, дешевые медикаменты, между прочим, я заметил. Вообще дешевые. Так, аж сколько будет стоить, допустим, стимулятор девятку будет стоить? Такой, я тебя понял. А такая аптечка сколько? Две. Ну, на аптечку заработали сейчас себе, почему нет? Но я жрать хочу очень сильно, сейчас я поем рыбных консерв маленько. И пошел нафиг с этой локации. Все, мне эта локация не нравится. Юпитер говнище. Прям вообще не нравится мне эта локация. Прям вот хуже не было на самом деле. Даже на кордоне нам давали какие-то вещи более крутые, как мне кажется. Здесь совсем все плохо. Так, я на затоне, надеюсь, что эта территория мне как-то более радушно примет. Хотя, опять же таки, дело может и не в везении, да? Полностью ссылаться на неудачу все-таки не стоит. Если моя вина, я, может, как-то не очень тщательно что-то обыскивал или еще что-то делал, но то, что действительно иногда вот как-то не везло, даже про мутантов, про награды, я вот говорю, это, мне кажется, ну это вот есть, да, такое. Также тут есть парочка тайников на этом мосту Преображенского. А это мой голос сел, да, знакомьтесь. Ой, как тут все плохо-то. А, так они неюзабельные, нафига тогда пришел тогда сюда? Чё к чему забей? Погоди-ка, где-то здесь я слышу какую-то стрельбу, которую мне вообще не нравится, если честно. И, по-моему, это монолит, если не ошибаюсь. Так, фонарь этот херню тут убирай. А, всем спасибо, тебе свободный, челик говорит. Ну все, я понял тебя. А кого убили хотя бы, расскажи. Покажи желательно. А то я не вижу кабанов. Ну-ка, на удачу проверяем. Мясо кабана, ну такое. А чё, кому не без пользы, подожди. Ну кабана поубивали, мясо вот у них тут есть всякое. Чё, стрелок? Чего? Стрелок, доброго дня, пока. Чего? Стой, ты ку... Это правда ты? Чел, ты вообще нормально? Нет, адекватно, все хорошо с тобой. Ну, маленько в шоке, честно говоря, я нахожусь, типа, как такое вообще могло быть, но... Нет, ну убивать тебя, наверное, не стану, потому что как-то это некрасиво будет. Ну, нифига себе так-то челика мы нашли сейчас. Так, а чего тут можно у тебя, кстати, такого интересного-то обменять? Ну, я бы еду, допустим, бы у тебя выменял. Видимо, ты не очень хочешь этого, да? Ну, и как-то знаешь, тоже пустовато. Ну да, вон там, конечно, вижу, ходят зомби, но зомби там нам по факту не нужны. Нам надо что-то более серьезное, что ли, так, что-то такое вообще. Комплект для изготовления наркотиков. По квесту он разве никому не нужен? Да, ну нет, нужен, по-моему, кому-то. Так, Геркулес нашли. Ну, неплохо. Так, а тут что, он спуста? Зашел не зря. Слушай, там какую-то я стрельбу слышу, мне прям такое нравится. Такой звук, если честно. Осталось узнать, кто и где стреляет и зачем, главное. Откуда-то оттуда. Но, возможно, и оттуда подстреляет. Чё-то как-то я вообще ничего не понимаю. Пошли туда сходим, почему нет? А я мог как-то стрелка, знаешь, типа засватывать, типа, чтобы поговорить со мной, давай со мной. Конечно, вряд ли, но тема-то прикольная. Короче, ладно, пошел на скадовск, не знаю, тут стрельба есть везде, никого не вижу нигде, ну его нафиг. А ты чё, фонит что ли? Ничего не понял. Какого чёрта? Ну, антирад, конечно, сразу нам дали, но я не понял, в чем прикол. Пустая вообще посудина, без ничего, без еды. Ну как без еды, хотя объедаюсь. Жирная рука с норкой. Спасибо. Очень надо. Чё-то я вообще не знаю. Хардкор тут живется. Ни людей, никого нет. Одни он. Чё за фигня-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Ещё и кабанов. Жесть, сколько. У меня капец, забей. У меня дроби нет, забей. Я не знаю, что мне делать, пацаны. Я не знаю. Я недоволен этой ходки максимально. Типа, я ничего не особо не добился за эту ходку. Ну, мясо. Сейчас у меня вся полокация стянется. Да иди ты нафиг, чел. Перезагрузка. Хотя, подожди. Ну, а что тут сделать, типа? Ну, у меня все, у меня патроны уже кончаются. Мне, типа, патрон просто нет у меня, их у меня, понимаешь. Недоволен максимально ходкой. Вообще недоволен, типа. Ты тварь, что ли? Вот там кто стреляет сейчас? Вот это вот оружие, слышишь, да, какое-то хорошее? Это же явно не дефолтный какой-то рядовой зомби. Вот 100%. Я вот не верю в это. Кого-то он там гоняет. Я вот что-то понять не могу. Кого и зачем? Я радиация, конечно, схватался. Это жесть, конечно. Ну, что мне тут поделать? Особо нечего. А это кто по мне стрелял сейчас? А можно пальцем ткнуть хотя бы? А где это вот паскуда? А я его не вижу. А я его просто не вижу. Я не... В каких кустах я... А, все, я вот снил. Пец-то, конечно, мужик замуровался там, а? Это вот в этих кустах, что ли? Где? Ну скажи. Да, но я не понимаю этого. Просто, типа, тут эти кусты не настолько густые. Вот их даже после смерти их не видно. Ладно, нужно вернуться, значит, обратно, короче, в бар. Сдать все задания, которым... Или погулять еще по этому странному затону, а? Найти буквально пару-тройку артефактов. Продать их ученым уже будет 1100 у нас. Я помню, Бесницкий. Да чего Бесницкий-то? Это же я, когда играл в ДДР. О! Отлично. Мне такое уже нравится, если честно, что я сейчас такого завалил. Тихо, нормально, только не угоди. Чего у тебя было? Ну, примерно похоже на правду, хотел бы сказать, но все равно не то. Не знаю, тут, конечно, есть у него полезные вещи, но их маловато. Погоди, знаю, одно место спавна довольно-таки интересно, кстати. Так, зомбу. Ну еще, ман, нет, надо сдаваться, на самом деле. Я вот сейчас ною, но сдаваться не собираюсь, типа. Я знаю, одно место спавна...
Да ну тебя. Давай сейчас взорвем этих зомби к черту. Класс! Взорвал. Проверяй. Не, ну, кстати, взорвал. Мощности, видимо, гранаты хватило. Так, а че вот этот ПМ был? Тут че еще, псевдогигант где-то шля... Чего? Тут только что никого не было, я тебе отвечаю, подожди. Репутация ушиста хорошо, кстати. Тише, 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 откуда? За что и откуда, главное, да? Ну, я, в принципе, мешать не очень хочу им на самом деле. Так, чердяться еще, что ли, поперло. Ой, ку, есть 2 рубля. Не буянь только. Они меня вообще не видят, кстати, почему-то в упор иногда. Че с ними не так, я не понимаю. Форт. А мне твой форт вообще ни в одно место не вкакался. На нафиг. Жесть, что? Я что-то вообще не понимаю, на самом деле, что тут происходит в последнее время. Не так херово, дядя. Нет. Иди нафиг, я с тобой даже стреляться не хочу, если честно. Нет. Дымовая. Дымовая, я тебя сейчас буду... Ты что, всех сожрал, что ли? Ты что, конченый? Ёб твою мать. Как мне тебя убить-то, кстати, слышишь? Хер ты поганый. А никак я это не сделаю, типа, как мне это сделать? Да никак. Да, понятно. Нужно как-то похитрее, на самом деле, подействовать, потому что он, типа, есть у меня, короче, одна идея. Сейчас реализую, попытаюсь, во всяком случае. А там артефакты можно в этом, в монолитовце, хотя бы один, чтобы я уже не зря сюда пришел, чтобы у меня уже хотя бы, не знаю, какой-то артефакт был. И, кстати, мы так и сердце власти нашли, если что. Вот, дам что-то прикрыться червь, вот пока они там воюют, я сейчас их оббегу. Все, до связи. Ну и давай домой. Проводи ликвидацию, я вот пошел вас обходить, короче, всех. Мне до вас дела нет, вам до меня тоже, надеюсь. Я еще есть хочу, жрать хочу, все хочу. Весь радиация, че радиация? Почему такие зоны, на самом деле, фатальные? Главное, они типа какие-то радиоактивные все почти. А у меня есть интеллект вообще, нет? Приплыли называется, да? Картина Репина приплыли. Да. А как мне сейчас быть? А как мне сейчас быть? Я сейчас эту радиацию хер выведу тебя. А забить на них не получается, наверное. Он просто пошел всех расхерачивать и ушел, понимаешь? Или нет, он там на кого-то агрится еще, я что-то не пойму ничего. Бляха, вот тут твою мать, пистолет гигант, ты че вообще, откуда ты вообще такой взялся, красавец, а? Нет, нужно возвращаться, забей, типа, но это невыносимо проходить, это бессмысленно, самое главное, что, типа, ты не получишь этого, я не получаю этого ни удовольствия, ни хабара. Единственное, то, что нашел, это пасхалку, ну. Может, он вообще, кстати, уйдет дождаться этого момента, пока он от них вообще... О, я тут потихоньку как-то проник в их самое сердце. Нашел одного челика, тут есть, ладно, хотя бы нашли одну ночную звезду, это уже, типа, ну, то, что я хочу, более-менее. Все, я пошел, короче, Тушкан, давай, тот самый. Гигант, давай там, до связи как-нибудь. Не болей там, а лучше болей. Только, пожалуйста, не иди за мной, а вот это вот точно тоже важно. На, по жопе тебе. Ну, как по жопе, по голове точнее. Так, дробь у тебя была. Что-то было у тебя, конечно, хорошее, но... Все, вот так сделаем, так, у нас... Фонарик выключен, радиация дофига у нас, конечно, жесть. Ладно, я не знаю, это терпеть тоже не вариант, я считаю. Нужно просто сейчас уйти, ну, отойти вообще во всех смыслах и все, вернуться в бар, перекупироваться, иди в X10 с нормальным сражением. Конечно, я не знаю, но тут не заработало ничего, конечно. Только геморрой себе, ну, что поделать. Может, подашники много стоят, может, я зря паникую, может, все-таки неплохо так заработал. Да вряд ли, конечно, вряд ли. Ладно, пошли отсюда. А мне вот чисто спортивным интересно, есть такой вопрос. Здесь вообще кто-то есть на этой территории или нет? А, найти укрытие краски, то есть мне там особо укрытие не найти. То есть мне придется тут с кем-то воевать, либо не воевать, либо что тут происходит такого интересного. У меня, конечно, дроби нету, но... Нет, дробь-то есть, но тягаться, честно признаться, вообще не хочется ни с кем. Это монолит. Если монолит, надо, короче, сейчас быстренько табака бахнуть и воевать с ними, потому что я не знаю, за ними, походу... Вот они какие-то глупые сейчас, кстати, вот так сейчас ничего не видел, просто как, они какие-то тупые. Они во всех смыслах тупые и все. Фонарик вырубаю. А, так тут стелс, походу, добавили, да, или что, или это вообще не монолит, подожди. Что, наемники, что ли? Вы кто? Это сталкеры, что ли? Ёб твою мать, мужик. Как дела у тебя обстоят, кстати, сейчас скажешь, нет? Так, основка в округе. Понятно, короче, их тут сместили, походу. И он особо не торговец. Не, почему не торговец? Торговец, кстати, вполне себе еще какой торговец. Раз ты торговец, то, я не знаю, возьми тогда вот это все у меня сейчас. Да, хлам всякий он берет, в принципе, неплохо. Так, это что? Это я тебе продавать не собираюсь. Патрончики херовые возьми. Почему нет? Это тоже возьми веревку, пока вешаться не собираюсь, хотя очень хочется, признаться честно, ну чё. Ну и все, в принципе, полторашка. 80 тысяч есть. Нам надо 200 вообще-то, да? Ай, радиация-то сраная еще. Так, что там у нас вообще с этим самым, с выбросом, псиштормом? Чё он там идет? Нет, перехват. Какой перехват-то, псишторм? А, вы поняли, что ли? Все? А чё стою тогда, яйки мну свои? Пошли отсюда мы. Не, ну зона, конечно, красивая штука, но неприятная, мягко скажем, вообще неприятная. Короче, увидимся, ребят, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, пока-пока, еще увидимся и не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот.